Забегает ХПЗ в чужой лес под смоком. Шейпшифт, Еджитсу залетает, дает очень плохой хэслэм, потому что шейпшифтом там заевейдила. По Венге не попало, ну и, в общем-то, ультимейт прошел в никуда. Заводского, он же Мипошка, ловит. Сейчас под ультимейтом пока что Оракла находится, разрывает момент ликантропа. Господи, как же он подставился. Максюша тоже может погибнуть, больно ему. Там раскастовал ультимейт, конечно. Death Profit минус 2 в исполнении этого героя. ГГВП тоже проседает, в него въелись, тан пошел. ГВП, последняя тычка по нему, минус Бесмастер. Также, скорее всего, Венш Пул Спирит ничего не сможет сделать. Правда, убила все-таки Урсу. Хоть на кого-то размен Брейнсап ловит в лицо. Это еще один минус 5 в исполнении команды ХПЗ. Это по сейв много сейчас отдают своему сопернику. Сабейн погибает у нас на центре. Тут же ребята зашли на Рошана. Доггер что-то заходит, видит все у нас. Стоящая в итоге Урса забирает свой Эггис, прилетает Нейчес Профит, начинается у нас драка, минус Яджитсу, проблемы начинаются у Мипошки, Мипошка страдает, Мипошка теряет свой Эггис, у Сида тоже проблемы, цепляет его там цумоны, отгоняют назад, есть байбек от, от Шейкер, точнее, прошу прощения, есть вап от Мипошки, Мипошка опять же погибает, в итоге дальше ребята намерены идти, видят Death Profit перед собой, хорошо стопает, и Яжицу влетает со своим эхо-слэмом, трипл килл от Яжицу. Ого, даже так? Да. Ну и ребята окружают на центре, прыгает вперед у нас Бисмастер, пытается ребята спануть нас того самого Бараша, есть хороший фистер от Яжицу, дальше побежал Доггер с Дота, пытается врезать кого-то, находит у нас Оракла, минус Оракла, также проблема у Бараша, Бараша, пока что в юлах у нас летает. И Яжицу влетает, хорошо влетает, но правда погибает, это же никого не успел забрать, Мипошка тоже пытается кого-то зафокусить, закрывать у нас проты, он Нейчес Профит. Алдарион, господи, минус у нас Мипошка, также погибает у нас и Бисмастер под экзорцизмом, а в итоге есть лишь один байбек от Мипошки. И драка начинается, у нас хорошая драка, есть глобал, сразу же ребята пытаются зафокусить того самого Свена, Свен уходит, а хорошая тут стеночка стояла у Дарксира, пугающая всех, а взлетает хороший кирпичик у нас под Death Profit, минус Death Profit, также погибает у нас и Шадо Шаман, проблемы у Сида, Сид пытается выжить и ожиться, тоже на лоу хп, все же погибает, и Сид откидывается на развороте, Санстрайк не туда абсолютно, но Сида также добивает, good game прописывают ребят с команды Ханки из From Завод, это... Победа команды СПБ и выигрыш квалификации. Это значит, что мы увидим эту команду в 14-м сезоне в Star Series.